Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу павильон шириной 3, длиной 8 метров. Из особенностей будет у нас две перегородки с проемами и будет у нас стеновая дверь, через которую заходить будут в теплицу. Остальное все покажем, расскажем, что из этого будет. Тем временем каркас мы поставили, выровняли его. Закрепили листы поликарбоната. Наживили пока. Сейчас будем докручивать полик, ставить переливы и плавно перейдем к покрытию крыши. Будет у нас две коньковые фрамуги. Закончился монтаж супер-мега-классной теплицы под названием павильон 3М. Что значит 3 метра шириной? 8 метров длиной она у нас получилась. Видим форточку в торце. Открыли. Вот там. Видим одну перегородку, вторую перегородку. Двухметровый тамбур получается. И два отсека по 3 метра. С коньковыми фрамугами на автоматах. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20 на 40. Это основная арка, подпирающая 20 на 20, арки в виде ферм. Ноги у арок сделаны из трубы 40 на 40. Все это дело покрашено полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад называется. Стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Также имеются диагональные усилители. Резиновый торцевой уплотнитель. Реклама. И декоративные облицовочные уголки, которые также прижимают поликарбонат по углам. И в стене можем наблюдать дверь. А именно, дверь цельная. Левое открывание. Фиксируется. Опа, где у нас тут? О, крючок. Все, в дверь зашли. Тамбур. Все. Направо помидоры. Налево огурцы. Ну или наоборот. Кому как нравится. Теплица высокая, теплица объемная. Очень прочная. Поликарбонат, кстати, здесь толщина 4 мм, 0,7 плотность. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!